25 августа 2023 год. Танюшечка, поздравляю тебя с днем рождения, любимая моя жена. И сегодня афоризмы будут посвящены бракосочетанию, браку. Именно в честь тебя. Все мои афоризмы, ну, по крайней мере, часть из них, которые посвящены браку. Крепость брака, как и коньяка, зависит от выдержки. Написала 20 июля 2013 года. Крепость брака, как и коньяка, зависит от выдержки. Брак заключен, теперь я в заключении. Тоже где-то в те времена написан афоризм. Брак — это когда люди сносят все тягости и горести друг другу. Институт брака себя изжил и взялся за меня. Там еще есть супруги без крыши, когда у них один пол. Но слава богу, это не про нас. Поздравляю тебя, ласточка моя, с днем рождения.